Роснефть может потерять до 35 миллиардов рублей из-за аварии на Ачинском НПЗ. Такие данные сообщает издание «Ведомости». Это может стать новым рекордом на страховом рынке. В начале июля «Согаз» произвел первые выплаты пострадавшим и родственникам по 10 миллионов рублей, а месяц простоя завода обходится в 10 миллиардов рублей недополученного дохода. Напомним, от взрыва 15 июня погибло 8 человек, 7 получило травмы. Причиной аварии стало нарушение техники безопасности при ремонте.